В Улан-Удэ вандал поджег и повредил мемориал Победы. Утром в пожарную службу поступило сообщение, что горят венки у комплекса. Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. Но памятнику нанесен ущерб. Подозреваемый уже задержан и дает показания в отделе полиции. Как сообщает Байкал Дейли, сегодня мемориал планировал посетить первый заместитель министра строительства России Леонид Ставицкий, который к тому же является руководителем оргкомитета по подготовке празднования 350-летия Улан-Удэ. Архитектурное сооружение, к слову, было отреставрировано к 9 мая. Международный аэропорт Иркутска готовится принять крупную делегацию из Китая. Гости прибудут в июле для участия в молодежных российско-китайских играх. Приедет около 200 человек – спортсмены, тренеры и сопровождающие их врачи. Напомним, российско-китайские молодежные игры пройдут в областном центре с 11 по 18 июля. Выявлять сильнейших участники будут в 12 видах спорта. В частности, это баскетбол, волейбол, водное поло, дзюдо, ушу и плавание. Весеннюю охоту на гусей и уток могут закрыть. Ведущие орнитологи России направили письмо министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому с требованием ввести масштабный запрет весенней охоты на водоплавающих птиц. Это связано с сокращением их численности в последние годы. Орнитологи также просят увеличить штраф за браконьерство с 50 тысяч рублей до 100. Скромнее и позже. Цветы на клумбах Братска распустятся позже обычного и будут менее броскими. Как сообщает Братская студия телевидения, этим летом почти 70% площадок будут засеяны семенами и лишь 30% займет цветочная рассада. Ранее для городских клумб выращивали почти 300 тысяч единиц растений в местной агрофирме, но теплицы вывели из эксплуатации. По словам специалистов, к середине июля распустятся цветы, которые будут всходить на клумбах из семян. Третья по шахматам. Иркутянка Яна Грихнева заняла третье место на спартакиаде учащихся России по шахматам. Участие в турнире приняли 9 команд из регионов Сибирского федерального округа. Всего 30 спортсменов. При Ангаре представляли 4 участника. Яна Грихнева набрала 4,5 очка в классических шахматах из 8 возможных. В общекомандном зачете Иркутская область заняла 6 место. Информация для водителей. В связи с проведением аварийных работ с 23 по 24 мая будет ограничено движение по Партизанской в районе перекрестка с улицей Красных Мадьяр. А я напомню, если вы хотите стать нашим мобильным репортером, присылайте свое видео на нашу электронную почту asmr@yandex.ru или звоните по телефону редакции 33 13 28. Оставайтесь на АСТ, увидимся меньше, чем через час.